Сезон охоты на пернатую дичь открыт. Сегодня утром любители пострелять вышли к озеру. Кстати, этого дня охотники ждали целый год. Ведь из-за пандемии весенний сезон охоты был отменен. Заразился охотой еще с юных лет. Сначала ездил с отцом и дедом, теперь с товарищами. Так рассказывает про свое поистине мужское хобби Владимир Илючик. На природу зовет азарт, охотничье ружье за спиной – возможность отдохнуть от будничной рутины. Главное – правильно выбрать место. Заранее приезжаем, допустим, ставим вешки, как бы занимаем место. Все, другой человек приходит, видит, место хорошее, уже что-то висит. Значит, место занято, все. Важно не только хорошо маскироваться, но и уметь грамотно приманить осторожных птиц. Предварительно, конечно, надо пробежаться, посмотреть, где летает, где сидит, выбрать место, самое злачное, самое заветное. Ну, а потом ее сидим, охраняем, стреляем. Иногда без единого шороха в засаде приходится сидеть часами, но и тут у охотников есть свои негласные правила. Где-то сидишь там, ну, допустим, как вы говорите, в засаде, да, то есть нужно вешать там тряпочки какие-то красные, привязывать, чтобы тебя видно было, да, то есть люди уже, если обозначено у тебя место, да, то есть туда уже стрелять не будут и как бы будут ходить, проверять, то есть это самое главное. То есть. А вот и первый долгожданный трофей. Серенький. А это потом уйдет с этого? Да. Собираясь на охоту, нужно проверить не только ружье и боеприпасы, но и разрешительную документацию. Ведь без нее ты не охотник, а браконьер. С собой должен быть не только охотничий билет, но и разрешение на добычу, хранение оружия, путевка. Каждый день охотинспектор патрулирует территорию угодий в поисках нарушителей, ведь с людьми в форме не поспоришь. Оружие. С нарезным на водоплавающую запрещено охотиться. А если выявляется тот факт, что охотник охотнику передает ружье? Ну, это наказуемо. Передача оружия, она законом запрещена. Охотник может, который передал оружие, лишиться права охоты. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 68 тысяч охотников. На водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь охота продлится до конца ноября. И чтобы трагедии больше не случалось, сотрудники МЧС и Минприроды рекомендуют соблюдать технику безопасности и не злоупотреблять алкоголем. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком.